Всем привет из Енисейска. Меня зовут Ольга, и сегодня у нас очередной спецвыпуск — улица Комсомольская. Вот я сейчас возле дома 48 и прогуляемся до 9-й школы. Вон она там впереди. Сегодня 2 марта. Наконец-то начало теплеть. Вчера вообще был почти ноль. Даже небольшой плюсик. Все начало таять. А утром, ночью опять случился мороз. Там около 25 было утром на градуснике. И деревья все покрылись инеем. Таким толстым слоем инея. Красиво. Ну, у нас только почему-то. Сейчас ехали через центр. Там уже ничего такого нет, ну, может, растаял. Вот такая небольшая улица, она далековато от центра. Я здесь даже ни разу не была. Я вот снимала тут на соседней улице, на Каурова. Она побольше, конечно. Это вот такая маленькая. Снега мало, но за последние два дня... 29 и 1 снег так посыпал чуть-чуть. О, с крыши уже сходит. Но сегодня было холодно, поэтому снега пока не было. Но может еще будет, нам тут обещают снегопады. Какая-то дырка, не знаю, куда ведет. Тут вот такой переулочек, никто не убирает. Люди сами протоптали. Никого нет. Ну, хотя да, сегодня суббота, а у нас тут даже зверюги плюшевые в окне. У нас тут даже в рабочий день-то не сильно многолюдно. Особенно если подальше от центра отойти. Впереди уже 9-я школа. Улица вообще длинная, но она как-то поделена на три части. Вот за школой там продолжение, и потом еще небольшое. Сайтинг. Мой любимый. Красивые ворота впереди. Так, с фантазией. Хорошо, когда... фантазии делают. Не просто железяки, а вот завитушками. Например, скорее бы уже весна. Прямо жду не дождусь. Надоел снег, надоело холодно. Мерзли последние почти две недели. Сейчас, наверное, не знаю, какое будет лето. Надеюсь, что будет тепло. Все с крыш падает, все уже тает. Какие интересные ворота с такой штуковиной. Она объемная, вот эта вот железячка, она не плоская. Это тут дровяной сарайчик, и вот люди лазят по этой горке туда, да? Ну, судя по следам, интересно. Деревья. Да, тут снег не сильно убирают. Это не очень удобно идти. Тут еще кто-то куда-то ходит. Дом строят. Вот у нас тут, конечно, много домов строят. Тоже какой-то интересный фасон новый. Сейчас совсем все по-другому делают. Таких, как здесь, такие традиционные дома, таких уже нет. И много вот так вот стоит недостроенных. И там кто-то живет. Шторочки на окнах. Вот тоже большой дом. Больших тут домов тоже много.
Мне все интересно, как их отапливают, потому что отопление дорогое. Вот, 9-я школа. Когда ее строили, обещали, что здесь будет бассейн. Но ее строили так долго, что дети выросли и закончили институт. Например, моя сестра. Ей обещали, что она будет в эту школу учиться. Ее сдали, когда она уже пошла работать. Такой долгострой. И, конечно, никакого бассейна тут нету. Ну, в общем, вот. Такая у нас небольшая прогулочка получилась. Вот, это 9-я школа. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.